Основной смысл проведения инструктажей – донесение до личного состава правил поведения во время пожара, умение воспользоваться первичными средствами тушения, запасные выходы, системы оповещения, а также действий, не допускающих возникновения пожара, обращение с горючими материалами, места для курения и прочее. И, как правило, подготовкой персонала занимается лицо, специально обученное и уполномоченное руководством предприятия для этих целей. Представляем вашему вниманию видеокурс по программе «Обучение лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа». В видеокурсе мы рассмотрим общие вопросы организации обучения, организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, систему противопожарной защиты, требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома, требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-просветительных учреждений, требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию населения, требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, требования пожарной безопасности для производственных объектов. О других направлениях обучения вы сможете узнать на официальном сайте «Технопрогресс» в разделе «Учебный центр». При возникновении вопросов воспользуйтесь чат-поддержкой сайта или оставьте заявку на консультацию нашим специалистам.